демократических странах человек, его права и свободы защищены, и никто не посягает на них, потому что это карается законом. А в диктаторской стране, как Казахстан, караются режимом свободные духом люди, настоящие патриоты своей родины, борцы за права и свободу человека. Главная задача гражданского общества Казахстана – это бороться за жизнь и свободу Марата Жламбаева, которого хотят незаконно лишить свободы на 10 лет. Уважаемые друзья, запускайте челленджи, пишите посты, твиты и с обращениями в международное сообщество и неустанно требуйте свободу Марату Жламбаеву. Алга, Казахстан! Мирный митинг, ни у кого нету ножей, пистолетов. Активисты никогда не ходят с палками, дубинками. Активисты никогда ничего не ломают. Они борются за свою свободу. Не только за свою, но и за вашу.